Белоковцы. У нас здесь настоящий коммунальный фонтан. На меня вот льет немножко дождь. Хорошо, не ледяной, потому что, в принципе, вода нормальная. Ой, сейчас я немножко отойду, чтобы меня не заливало. Вот, собственно, вот такой фонтан оттуда фигачит. Люди говорят, что он уже... Ой, мамочки, я все-таки подальше отойду. Вот. Что этот фонтан бьет уже, ну, достаточно давно. Он какой красивый. Прям позавидовать можно другим нашим фонтанам. Что такой ровненький, красивый, напористый. Вот. Я позвонила в Т+. Т+, сказали, что это не их, а водоканал. Но, тем не менее, никаких работников водоканала здесь нет. А фонтан, между тем, льет. Очень большой напор. Я смотрела там внизу в речку, в канал. Течет очень большой такой поток, хороший. Ну, очень такой мощный, конечно, фонтан. Надеемся, что все-таки справятся люди. В ближайшее время перекроют, может быть, воду. А если перекроют воду, интересно, сколько домов останется без воды.